То есть вы 12 лет? Да, совершенно верно. Технический перерыв на 30 минут стал неприятным сюрпризом для посетителей Химкинского МФЦ на юбилейном проспекте 67. Мера вынужденная, говорят сотрудники учреждения. Начиная с понедельника, центр будут закрывать на полчаса дважды в день, чтобы провести уборку и проветривание помещений. Идет профилактика вирусных инфекций. Сотрудники МФЦ и заявители в этот момент освобождают все наши залы приема. Открываем окна, проветриваем помещение. Естественно, следим за тем, чтобы не собирались граждане в очереди. И если есть такая возникает ситуация, то мы стараемся в этом случае очередь первых либо граждан, даже вплоть до того, что мы не запускаем в МФЦ, либо мы постараемся быстрее это оказывать услугу и давать необходимые документы гражданам. Изменения в работе затронули все отделения МФЦ в Химках. Это центры на юбилейном проспекте 67 А и Б, в Сходне на улице Чапаева 7 и в микрорайоне Левобережной на улице Зеленой 4. За 15 минут до начала технического перерыва вход в помещение закрывают. График работы можно узнать в группе ВКонтакте МФЦ Химки. Руководство просит граждан не рисковать здоровьем и на период карантина обращаться в учреждение только за самыми необходимыми услугами, такими как, например, замена паспорта и получение социальных карт.